схватить. Все по местам. Продолжать разгрузку. Кто нарушит приказ, будет расстрелян. Харитоныч! Иду, иду, Харитоныч. Харитоныч, мне на минутку. Да? Папку с измерениями забыли, а утром на Ашмяна выезжаю. Ну? Меня Илья Петрович прислал. Кто? Илья Петрович. Голубь свои не забыли. Ты куда? 105-ю, я мигом. Харитоныч, извините за беспокойство. Так, выручили. Спасибо. Что достал?
Ну и шинель. Ты чего там шумишь? Ничего. Пап, а это что? Где? На кухне. Испанская фасоль. Оксана, почему интернет отключился? Оксана. Ну и что это значит? Не знаю. Ты зачем отключила телефон? Может, когда пыль вытирала, случайно задела. Я тебе не верю. Что ты опять натворила? Ничего. А в школе? Ничего. Совсем ничего? Совсем ничего. Слушаю вас. Здравствуйте, Андрей Адамович. Ну, начинается. За одну минуту ты умудрилась солгать не трижды. Ты отключила телефон и не призналась в этом. Ты мне не сказала, что меня вызывают в школу. И ты не сказала, что учительница тебя выгнала из класса. А что это еще за записка? Записка? Какая записка? А что, их было несколько? Записка, которую ты вложила в классный журнал учительницы английского языка. А, это... А почему она обзывается? Кто обзывается? Учительница. Ну и как она обзывается? Весь класс не выучил слова. Ну? И она всем начала ставить двойки. И никому ничего не сказала. А только когда мне ставила, сказала, кому-кому, а тебе, Оксана, надо зубрить и день, и ночь. Ну и что тут такого? Она правильно сказала? Как ты не понимаешь? Значит, я хуже всех? Я знаю, она не любит меня, она придирается. И всегда ставит кому-кому, а тебе... Чушь какая-то. Да. Она считает, что я худшая. Потому что у меня некрасивая. Ни отец, ни богатый. Потому что у меня матери нет. Оксана, это просто ерунда. Причем здесь некрасивая? И совсем-то не хуже всех. Так, учительница сделала тебе замечание. Дальше что? А я написала на листке. Если вы, Анжела Андреевна, не перестанете говорить кому-кому о тебе, завтра ваш сын будет похищен. И вы выложите за него $1 000 000. Я подписалась, неизвестно. Ну, если бы она с этой запиской побежала в милицию. А почему она обзывается? Так, все. Ложись спать. Завтра мы вместе с тобой пойдем в школу. Потом я еду в экспедицию поплавать. Ну, а тебя я отвезу к бабушке на исправление. Хорошая была фасоль. Все-таки опоздали. Бегом, Фурц.
Итак, ребята, у нас сегодня интересная тема урока – путешествия. Мы проследим с вами. Здравствуйте, Борис Григорьевич. Заходи, Оксана, садись, больше не опаздывай. Борис Григорьевич, я не на урок. Я пришла попрощаться. Мы с отцом уезжаем в деревню. Так завтра же каникулы начинаются. Вот все, попрощайтесь и разъедетесь. Борис Григорьевич, вы не поняли, мы уезжаем навсегда. Вот как? Ну что, жаль? Жаль. Так неожиданно и внезапно. Борис Григорьевич, а можно Катю на пару минут? Да, конечно. Катерина, ты можешь выйти. Или уезжаешь? Пока мы едем только на разведку. Посмотрим, как нас бабушка примет. Может, вообще придется по чужим людям скитаться. А почему ты мне раньше ничего не рассказывала? Не могла, отец запрещал. Может, с ним пойду в Бразилию и поедем на раскопки. Ваша дочь постоянно говорит неправду. То в вашем дворе случилось землетрясение, или наводнение, или пожар. Или в вашу квартиру ворвались бандиты-грабители. Или приехали гости из Канады. Или ее отец, то есть вы, отправился в археологическую экспедицию в Бразилию и оставил ее одну. Это невыносимо. Может, вообще придется бросить школу и устраиваться на работу, если куска хлеба на столе не будет. Подожди, подожди меня здесь. Я хочу сделать тебе подарок на память. Не хочу защищать свою дочь, но фантазии, они обычно присущи нормальным детям. Особенно, если под фантазиями понимать записки учителям о похищении детей или звонки о том, что школа заминирована. Разве? Вот видите, вы почти не удивились. На счастье, такого еще не было. Но если такой звонок, не дай бог, случится, в первую очередь вспомнят о вашей дочери. Если я не ошибаюсь, вы по профессии археолог. Да, кандидат исторических наук. Не могли бы вы сообщить мне расписание своего рабочего дня? Пожалуйста. Обычное расписание. Утром просыпаюсь, делаю зарядку, бужу Оксану, везу ее в школу. Ну, затем еду в академию. Там работаю либо в архиве, либо в лаборатории, либо на кафедре. Затем возвращаюсь. Оксана уже дома или гуляет, или у подруги. Так дома гуляет или у подруги. Вы это всегда точно знаете? Я давно хотел поговорить с вами на щекотливую тему. Как правило, дети из неполных семей страдают либо от недостатка внимания, либо от его избытка. Оксана обделена женской лаской и заботой. Такие дети всегда проблемные. Андрей Адамович. Я уважаю вашу педагогическую практику. Но свою дочь я буду воспитывать так, как считаю нужным. Кстати, Анжела Андреевна не сказала, почему именно ей Оксана написала записку? Нет. Нет? Да потому что некоторых учителей следовало воспитывать не меньше, чем учеников. Извините. Здравствуйте. Вы тоже зашли попрощаться? Я только что от Оксаны узнал, что вы уезжаете из города, что она бросает школу. На, возьми. Проденешь шнурок, на шее будет клево выглядеть. Как талисман. Вот забудешь меня, посмотришь на нее и сразу вспомнишь. Ну а когда придется, когда куска хлеба не будет, можешь продать. Бери, бери. Бабушка навсегда дала мне дедушкину коллекцию. Смотри, это настоящая старинная монета. Из серебра, а может быть даже и платин. Такие монеты всегда серебряные. Или золотые, или платина. Оксана? Здравствуйте. Здравствуй. Немедленно собирайся в дорогу. Мы выезжаем прямо сейчас. Пока. Тебя
достать сумки. Где машина? Мне тебе верить. Я заступался за тебя в школе перед завучем. А теперь жалею об этом. Ты хотел, чтобы я была другой? Я хотел бы, чтобы моя дочь была вежливой, скромной, чтобы она всегда говорила правду, чтобы она мне сюрприз на каждом шагу не устраивала. А я бы никогда не хотела другого отца. Да обещай мне, что никогда больше не будешь врать, писать учительницам записки и отключай дома телефон. Когда? Ну и хорошо. Так, Оксана, ну-ка сядь в машину. Свидетель только ночной сторож. К сожалению, никаких особых примет похитителя не отметил. Я так думаю, это был вообще посторонний человек. Да? Да. Не из вашего института. Но никаких следов взлома или отмычки. Выходит, использовались подлинные ключи. У меня к вам просьба. Составьте список лиц, кто имел доступ в лабораторию, кто знал про коллекцию, когда меняли замки, проверяли сигнализацию. Учтите и тех, кто недавно увольнялся. Ну, а с вашим Тушинским будет особый разговор. .31-599 координаты. У нас тут научное учреждение. Знаю. А к кому идешь? Я дочь директора. Какая еще дочь? Небрачная. Так у нас директор женщина. Какая диссертация? Какие поплавы? Вы хоть понимаете, что произошло? Если вам вынесут только строгий выговор за халатность, так должны будете еще благодарить. А если уголовное дело? Это ж надо так безответственно относиться к научному достоянию. Их поштучно собирали из года в год. Монетка к монетке. Почему вы их не стали в хранилище? Я же с ними работал. Работал? А что, талеры? Все! Все похищено!
Боже мой, вся коллекция. Это же надо. Нет, это не просто преступление, это даже слова не подберу. Такой скандал грядет. Страшно подумать. А как же моя работа? Я понимаю. Александр Александрович, вы 15 лет потратили на эту историю с Тайлерами. Но, увы, теперь у вас нет никакого фактического материала, значит, и работа ваша. Сами понимаете. Да. Но вы не отчаивайтесь. Возьмите, как я вам советовал, какие-нибудь человеческие, нормальные, народные ремесла. Безусловно. Защититесь. Скажите, я могу попасть в лабораторию? Там документы, архивы. Нет. Сейчас начнут все описывать, переписывать это, сверять. Снимать вот отпечатки пальцев. Проверка за проверкой. Мой вам добрый совет. Александр Александрович, поезжайте. Ну, не маячьте здесь, поезжайте куда-нибудь подальше. В экспедицию, например, на Гродненщину, к Волкову. Пока тут все утрясется. Мне надо дочку к бабушке отвезти в Поплаво. Отвозите. Отвозите. Дорогой Сан Саныч, Саша, я знаю, вы способный, талантливый ученый. Многого можете добиться. Тянете на себе огромный объем научной программы. А еще ребенка воспитывать. Представляю, как вам тяжело. Одному. Ладно. Двигайте. Буду прикрывать вас. Как смогу. Большое спасибо, Эдуард Сергеевич. Да все готово. Ага, записываю. Записываю. Долгиновский тракт, дом 8, квартира 19. Вашкевич Сергей Георгиевич. Да все будет в ажуре. Накрылась баня. У тебя проблемы большие? Большие. Что это у тебя? Талисман. Старинная монета. Дай посмотреть. Пожалуйста. Папа! Папа! Ну ты даешь. Вот что ты наделал? Я все исправлю. Так. Это откуда у тебя? Я нашла его на пустыре за школой. Еще весной, когда сажали деревья, копали ямки. Ну, и мой поклонник, Витька Королев, сделал его как медальон. Спасибо, правда? Оксан, ты мне обещала никогда не брать. Но... Катя подарила. Ну, вот это уже лучше. Я не беру сейчас. Определенно утверждать нужно анализ. Но
Если это не фальшивка, то... Ты понимаешь, в мире существует всего лишь 3 таких настоящих монеты. Все остальное подделка. Я одно могу сказать совершенно точно. Это талер. Талер? Самый крупный серебряный номинал Европы с 16 по 19 век. Это принадлежит к началу 16-го. Это один из самых первых. Его так и называли. Испанский талер или патагон. Патагон? Какое некрасивое слово. Ну, испанцам многие наши слова тоже кажутся некрасивыми. Ну, точно. Это талер испанской чеканки. Вот смотри. Видишь на ребре буквы N и SP. А вот этот узор на лицевой стороне обозначает знак Геракла. 2 перекрестные булавы. Такие талеры называют крестовыми. Я мог бы ее у тебя попросить? Это подарок? Ну, мне не на совсем, на время. Мне он очень нужен для работы. Очень-очень? Очень-очень. С ним, возможно, я мог бы защитить свою диссертацию. У вас в институте воруют. Я все слышала. А ты сможешь его сохранить? Да уже муха не сядет. На ночь снимать не буду. Ох, Ксюха, смотри. Я на тебя надеюсь. Только аккуратней. Возможно, он скоро мне понадобится. Идем на речку. Не могу, мать заперла. Если не передам английский, двойка за год будет. Так каникулы же. Опять ты здесь. Ты английский ему дашь сдать или нет? Я же говорю, что он какой-то подозрительный. Интересно, кого это он? Ну, пошли. А я уж думала, не поправится он, бедолага. На. Спасибо. Вот подарок. Вот ж не думала. Ты, Петровна, не стесняйся. Еще какая живность захворает, обращайся. Мигом на ноги поставлю. Ой, а тихий-то какой, тихий. Ну, иди гуляй. Иди погуляй, маленький. Ну. Не хочет. Что наделал? Иди, Газа, иди. Вот. Ну, марш во двор. А я думал, спасать кого-нибудь придется. О, Оксана приехала. Я как чувствовал, что спасать кого-нибудь придется. Да, ну у тебя. А это его мать. Видите? Вот это они, дети еще. А вот и наша Катюша. Познакомьтесь, внучка Сергея Георгиевича.
Это сотрудники Института истории. Они интересуются твоим дедушкой. Помнишь, бабушка подарила тебе его архив. Ты не могла бы показать? Запросто. Замечательная девочка. Да, она сумится и учится хорошо. Это переписка. И это дневник. Понимаете, тема нашего научного проекта касается определенных монет. И у Сергея Георгиевича, по данным архива, могли оказаться некоторые из них. Талера нет. Вы не обратили внимания? Такая крупная серая монета. Ее не было в коллекции. А это из которой папа медальон сделал? Топовая штучка получилась. Я ее Оксане подарила. Ну как ты могла? Имею право. Коллекцию бабушка подарила мне. Оксана моя лучшая подруга. Может, я ее никогда и не увижу. Стоп, 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 стоп. Кто такая Оксана? Когда подарила? Где живет, как фамилия? Нет, это очень хорошая девочка. У нее папа тоже ученый. То ли историк, то ли археолог. Ну, что-то такое в этом роде. Но она, правда, фантазерка. Моя одноклассница, Оксана Тушинская. Но дома вы ее вряд ли найдете. Она уехала. Куда? Куда-куда? Далеко. Может быть, даже в Бразилию. Ай, как нехорошо. Как нехорошо разбрасываться такими вещами. Да это может быть национальное достояние. Да его место в музее или, по крайней мере, в научном институте. А вы что делаете? Да. По коробкам прячьте и дарите направо-налево. Нет, вы можете взять все остальные монеты, если вам нужно для научной работы, пожалуйста. Спасибо вам за доверие. Но вы, пожалуй, оставьте их себе. А мы их занесем в архив с указанием владельцев. Но только хранить надежно, а не так. Мало ли, жулья. Я, знаете, как-то не подумала, поставила там. Мы их спрячем, правда? Угу. Она все время говорит неправду. Совершенно другое дело. Даже совсем чуть-чуть. Что из него в будущем вырастет? Что я не делаю? Ничего. Ну что, бить что? Я слишком добрый. Ну сколько можно тебя ждать? Как в прошлом году. А это что у тебя? А, это ерунда. Опять в драку влез. Осы его покусали. Свили гнездо на чердаке. Он высадил их, полез и вот. А зачем они тебе нужны были? Что значит зачем? А меда набрать? Осиного. Хочешь, Оксана, будем дружить на каникулах, как в прошлом году. А Ярику обещал, тебе тоже покажу. Помню, где ловятся вот такие лещи. Землянка. Я хотела сказать, покажу место, где орехов можно набрать, сколько захочешь. Да, но я не смогу быть тут летом. Как не сможешь? Почему? Отца отправляет в экспедицию, в Бразилию. И он берет меня с собой. Надолго? Может, в конце лета вернусь. Хотя, вряд ли, там так интересно. Во-первых, целых 10 часов лететь самолетом. Во-вторых, там океан. Разные крокодилы, джунгли, пальмы, кокосовые орехи. Здорово. А я все лето буду здесь. А у нас разве не интересно? Ну ты сравнил. Крокодилы и подлещики, кокосы и орехи. Ну и езжай. Ну и поеду, и скучать не буду. Езжай, езжай. А хочешь, я прямо сейчас свою Бразилию покажу? Ты чего? Вот она! Отдай! Бессовестный! Еще чего, я что, ненормальный? Это чужая монета! Что упала, то пропала. Отдай, так нечестно! Нечестно? А врать про Бразилию честно? Что за монета-то? Дайте посмотреть. Это страшная монета. Ее называют Патагон. За ней все бандиты охотятся. Они взорвали научный институт, где работает мой отец. Ночью ворвались в черных масках, связали веревками сторожа, заклеили рот пластырем, взорвали лабораторию.
но этой монеты не нашли, потому что она была у меня, и я должна ее беречь, иначе будут неприятности. Бразильские мафиози? Когда я говорю правду, никто никогда не верит. На, держи. А знаете, приходите вечером к нам на костер. Папа обещал рассказать про этот талер. Он так много интересного знает. Вечером приходите. Кушай, моя заюшка, кушай. Такое золото обвиняют, чем не попадя. Ешь. Ну и задается это Оксана. Бразилия, Патагон, мафия. Мой отец говорит, все женщины такие. Дуры, трусихи. И говорить с ними не о чем. Здрасте. У меня тоже старинная монетка имеется. Вчера на берегу нашел. На каком берегу? Ну, реки, где памятник. А там такую жирную плотву поймал. Жара была, оводы, мушкара. Я думал, и клевать-то не будет. Да на кой мне твоя плотва? Про монету рассказывай. Я и говорю. Посадил мотыля на крючок, забросил. Воткнул удилище под корягу. Лежу, блестит что-то на земле. Я поднял, посмотрел. Монета вроде бы старинная. И положил в карман, и все. И все? Потом просто я забыл о ней. Поклевка началась. Потом тут английский, потом осы. А давай проведем следственный эксперимент. Вдруг там еще монеты остались. На этом месте, значит? На этом. И клёв был. Ладно смеяться, думать мешает. Давай показывай, куда удилище втыкал. Вот, значит, здесь я забросил. Плавок встал, вон у тебя кувшинок. И сразу как-то окренился. Подумал, наверное, грузик на водоросли лёг. Да не тяни, честь. Вот здесь вот я присел. Вот под ноги удилище. Наклонился. Вижу, блестит что-то. Беру, кладу в карман. Честь, ты куда? Это ты так английский учишь, да? Так учишь мне? Вот, я был вчера в других штанах. Я вспомнил. На, смотри. У Оксаны была другая, светлая. Твоя какая-то рыжезеленая. И меньше вроде. Ай, отдай. Ты что, на второй год хочешь остаться? Английский надо учить, а не по улицам шастать. Да ты что делаешь? Ты куда побежали, а? Вот сорванцы. Эта монета тоже особенная. Как у Оксаны. Слушай ты больше этих девчонок. Просто навалом монет таких. Интересно. Откуда у нее такая монета? А ты чего у нее не спросил? Ты что, обалдел? Делать что ли нечего? А чего вы выглядываете? Ищете, где дед домики поставил? Я ему все скажу. Ничего мы не выглядываем, у нас свои дела. А я на работу устроился. 5 баксов в день платить буду. У одного фермера клубнику собирать. Думала вас позвать. Ты же, честь, все мечтал разбогатеть, чтобы не учиться, а сразу в платный институт. Можно подумать, ты отличник. Зачем тебе деньги? У твоего папаши целая фирма. Ты ничего не понимаешь. Зато ты понимаешь. Давай, проваливай отсюда. Не нужна нам твоя работа. Проваливай, проваливай, а то мало не покажется. Интересно, откуда этот курт знает, что собирался разбогатеть? В принципе, это нетрудно предположить. Знаешь, придется вечером на костер идти. Может, чего-нибудь там прояснится. Ну что, ничего, пролет. А? Соседи тоже говорят, что они уехали. Куда, не знаю. А может, они на самом деле в Бразилию уехали? Ну, какую-какую? Ну, там, где все в белых штанах ходят. Ча-ча-ча. Фамилия? Тушинский. Тушинский Александр Александрович. Девочка, его дочка. Слушаю.
Да, 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 прямо сейчас. Иди в машину. Вот пень хромой, а! Сказал быстро собирать шмотки, инструменты, ехать какие-то чухны поплавы. Ну ничего, скоро я тоже поеду на природу. Правда, не отдыхать, а работать в экспедицию. Про свою монету спросишь? Потом. А эта монета непростая. С ней связана старая, таинственная легенда. Легенда? Ну да. Пока она дошла до наших дней, правда не осталось, ну разве что половина. Когда я был студентом, мы с другом так увлеклись этой историей, что просто сутками не вылезали из архивов и библиотек. А что вы искали? Ни много, ни мало. Клад со времен нашествия Наполеона. И самое интересное, искали именно в этих местах. В наших поплавах? Ну, представь себе, история с талерами завязалась именно здесь, в наших поплавах. Разве клады существуют до сих пор? Ну, конечно, существуют. Земле ничего чужого не нужно. Со временем она выталкивает из себя все, что ей кажется чуждым. Камни, металлы, сокровища. Но что самое интересное, сокровища так просто в руки не даются. Ну, например, я профессиональный археолог, а ни разу ничего не находил, столько земли перерыл. Чаще всего их находят люди случайные или дети. Пап, а что за талер? Когда-то, очень давно, испанский король Филипп вернул свой долг талерами нашему князю, Жигмунду Августу II. Долгое время эти монеты находились в обращении населения, но затем были выкуплены, ну, для того, чтобы использовать в качестве сырья для производства собственных денег. Ну, конечно, все монеты выкупить не удалось. Некоторые остались. Но это, так сказать, первая часть истории. Реальная. А дальше? Вторая часть. А дальше как раз и начинается легенда. Через несколько лет один коллекционер из Вильню решил скупить все оставшиеся настоящие талеры. Дал объявление, пообещал больших денег. Ему вернулось всего лишь около 100 монет. И причем только 3 из них оказались настоящими. А поплав, при чем здесь они? Но позже эти настоящие талеры были найдены здесь. Вы, конечно, понимаете, что памятники – это всего лишь символы, а мест настоящего захоронения гораздо больше. И вот одно из них со времен войны с Наполеоном находится неподалеку от холма у реки. В этой могиле были найдены останки 3 русских солдат и 1 французского офицера. Причем у офицера была найдена табличка, медная, позеленевшая, с надписью «Шарль Ку», дальше было неразборчиво, кусок бересты с планом и надписью «Клак», и 3 монеты испанской чеканки. А дальше? Что было с монетами дальше? Ну, сначала они были отправлены в Санкт-Петербург, затем их вернули обратно в городской архив. Один талер потеряли еще во время Великой Отечественной войны. Ну, а второй... Ну, второй находится в архиве до сих пор. А третий? А третий... Вы
был в коллекции нашего института. Почему был? Да украли его. И что, никто не смог найти клад? Никто. Такое ощущение, что француз его заколдовал и охраняет до сих пор. А береста – это, несомненно, зашифрованная карта маршрут, но на которой, к сожалению, отсутствуют ориентиры, привязки к данной местности. Ну, в качестве там реки, дерева, камня. Это первая загадка. А вторая загадка заключается в том, что все три талера обязательно должны быть вместе. Дело в том, что на каждом из них есть насечка. И их надо положить таким образом, чтобы вот эти насечки и указали нам необходимый маршрут. И это все? Ну, это все, что я знаю. Но материал об этом вы можете найти в библиотеке, в краеведческом музее, в архивах, в книгах по истории и археологии. И бересту тоже? Ну, копию, конечно. Но в крайнем случае вы можете обратиться к человеку, который знает про эту историю все. Мы когда-то вместе с ним искали этот клад. Зовут его Илья Крепин, а работает он в городском архиве. Александр Александрович, посмотрите, какую монету я нашел. Ну-ка. Ну, это крона. Конец 18 века. Кстати, тоже ценная монета. А она? Она может быть из клада? Вполне. Клады ведь состоят из ценностей, ну, в том числе к ним относятся и деньги. А по времени это как раз совпадает с походом Наполеона, так что все может быть. Ну ладно. На сегодня достаточно. Время позднее. Мне завтра рано в город. Вы тоже долго не засиживайтесь. Пойдем. Завтра рано утром на этом месте есть дело. Клад. Всегда считал, что это выдумки. А ты веришь в то, что покойники хранят свои клады? Вот кто костры палит. Ну, не стыдно вам? А что мы сделали? Сами знаете. Бой, телевизор вытащили у обрыва. Рыбы хотели. Ну, так и забрали бы. А телевизор надо было назад поставить. Не брали мы ничего. Так где же он? Да мы не были даже у самого обрыва. Скажи, Ярик. Да. Принесите сами, лучше будет. Пока родителям говорить не стану, не принесете, скажу. Так может, слабо привязали? Завтра я уеду рано, когда ты еще будешь спать. Я не знаю, когда мы с тобой увидимся. Сейчас не от меня зависит. Ну, пожалуйста, будь умницей. Я хочу тобой гордиться.
Капитан. Эй, капрал, капитан что-то хочет сказать. Стойте, черти. Я здесь, мой капитан. Говорите громче, я ничего не слышу. Бумагу просит. У кого есть бумага? Откуда бумага, капрал? Сгорело все. Мой капитан, может это сгодится? Алло! Пошел, пошел! Завещание, что ли, пишет? Как бы нам самим не пришлось писать. Очень давно испанский король Филипп вернул свой долг талерами нашему князю Жигемунду Августу II. Долгое время эти монеты находились в обращении населения, но затем были выкуплены, ну, для того, чтобы использовать в качестве сырья для производства собственных денег. Ну, конечно, все монеты выкупить не удалось. Некоторые остались, но это, так сказать, первая часть истории, реальная. А дальше? Вторая часть. А дальше как раз и начинается легенда. Через несколько лет один коллекционер из Вильню решил скупить все оставшиеся настоящие талеры. Дал объявление, пообещал больших денег. К нему вернулось всего лишь около 100 монет. И причем только 3 из них оказались настоящими. А поплав, при чем здесь они? Ну, позже эти настоящие талеры были найдены здесь. Вы, конечно, понимаете, что памятники – это всего лишь символы, а мест настоящего захоронения гораздо больше. И вот одно из них со времен войны с Наполеоном находится неподалеку от холма у реки. В этой могиле были найдены останки 3 русских солдат и 1 французского офицера. Причем у офицера была найдена табличка, медная, позеленевшая, с надписью «Шарль Ку». Дальше было неразборчиво. Кусок бересты с планом и надписью «Клак». И 3 монеты испанской чеканки. А дальше? Что было с монетами дальше? Ну, сначала они были отправлены в Санкт-Петербург, а затем их вернули обратно в городской архив. 1 талер потеряли еще во время Великой Отечественной войны. Ну, а второй находится в архиве до сих пор. А третий? Третий был в коллекции нашего института. Почему был?
Украли его. И что, никто не смог найти клад? Никто. Такое ощущение, что француз его заколдовал и охраняет до сих пор. А береста – это, несомненно, зашифрованная карта маршрут, но на которой, к сожалению, отсутствуют ориентиры, привязки к данной местности. Ну, в качестве там, реки, дерева, камня. Это первая загадка. А вторая загадка заключается в том, что все три талера обязательно должны быть вместе. Дело в том, что на каждом из них есть насечка. И их надо положить таким образом, чтобы вот эти насечки и указали нам необходимый маршрут. И это все? Ну, это все, что я знаю. Но материал об этом вы можете найти в библиотеке, в краеведческом музее, в архивах, в книгах по истории и археологии. И бересту тоже? Ну, копию, конечно. Но в крайнем случае вы можете обратиться к человеку, который знает про эту историю все. Мы когда-то вместе с ним искали этот клад. Зовут его Илья Крепин, а работает он в городском архиве. Александр Александрович, посмотрите, какую монету я нашел. Ну-ка. Ну, это крона. Конец 18 века. Кстати, тоже ценная монета. А она? Она может быть из клада? Вполне. Клады ведь состоят из ценностей, ну, в том числе к ним относятся и деньги. А по времени это как раз совпадает с походом Наполеона, так что все может быть. Ну, ладно. На сегодня достаточно. Время позднее. Мне завтра рано в город. Вы тоже долго не засиживайтесь. Пойдем. Завтра на утром на этом месте есть дело. Клад. Всегда считал, что это выдумки. А ты веришь в то, что покойники хранят свои клады? Вот кто костры палит. Ну, не стыдно вам? А что мы сделали? Сами знаете. Бой, телевизор вытащили у обрыва. Рыбы хотели. Ну, так и забрали бы. А телевизор надо было назад поставить. Не брали мы ничего. Так где же он? Да мы не были даже у самого обрыва. Скажи, Ярик. Да. Принесите сами, лучше будет. Пока родителям говорить не стану, не принесете, скажу. Завтра я уеду, рано. Когда ты все будешь спать? Я не знаю, когда мы с тобой увидимся. Сейчас не от меня зависит. Но, пожалуйста, будь умницей. Я хочу тобой гордиться. Костяной гребень, скифский курган, начало второго века, номер 958. Есть. Ну, как процесс? Нормально. Прошу вас, будьте внимательны, Инночка, будьте внимательны. Все, что было как по списку, пожалуйста. Вот вы где. У меня к вам, товарищ Закревский, пару вопросов. Пожалуйста. Эдуард Сергеевич, тут немного осталось. Может, мы после обеда закончим? Конечно, конечно. Спасибо вам большое. Спасибо. Извините. Спасибо, Вячеслав Сергеевич. Вот, как вы и просили, тут снимки и описание пропавших монет, список сотрудников, имеющих доступ в лабораторию, характеристика Тушинского. Угу. Скажите, это небрежность или у вас так принято оставлять ценности без присмотра? Ну, когда постоянно работают с какими-то материалами, в общем, бывает. Да. Хотите на халатность писать? Там не доглядели, тут не додумали. А если это умышленно? Вы что? Где сейчас ваш этот Тушинский? В экспедиции. Отозвать? Пока не стоит. Пусть работает. Характеристика стандартная.
А что вы сами можете о нем сказать? Ну, как сотрудник он исполнительный, тянет огромный объем плановой работы, талантливый ученый. У него есть специфическое видение предмета. Я бы сказал, способность так систематизировать материал, что порой через отдельные, казалось, незначительные находки нам четко представляется определенный синтез, скажем, целой эпохи. Вот возьмем, к примеру, вот эту костяную иглу. Вот посмотрите. Извините, пожалуйста, меня интересует его личная жизнь. Вы имеете в виду семью? Да-да, семья, друзья, знакомые. Насколько мне известно, семья у него не сложилась. Жена бросила, говорят, как будто уехала куда-то за границу. Один воспитывает дочь. Да, ну человек он немного замкнутый. Но это же можно понять. Он испытывает материальные затруднения. Я не в курсе. Вы что? Думаете, что... Да нет. Но есть у него какие-нибудь наклонности, увлечения? Боже упаси, вы что? Он ученый, любит свою работу. В последнее время вы не замечали за ним каких-нибудь странностей? Ну, может быть, возникали какие-нибудь проблемы? Нет, я бы не сказал. А кто-нибудь из посторонних интересовался его диссертацией? Не припомню. Разве что Крепин. Крепин заходил ко мне. Был разговор. Но это уже после? Это кто? Илья Петрович, заведующий городским архивом. Они когда-то вместе с Тушинским работали, насколько мне память не изменяет, по одной теме. Да-да-да-да-да-да-да. Точно. Это связано с монетами. Но тогда Крепин получил травму на раскопках и был вынужден перейти в городской архив. Почему в вашем списке нет этого Крепина? Я как-то не подумал. Давно было. Думать надо. Ну и жмот же этот паук. Ни одной копейки лишней не дал. Ты чего монеты не забрал в техноквартире? Они ж таких бабок стоили. Пусть. Знаешь поговорку? Жадность в рай разбудила. Она же сама их отдавала. Ну а потом сама же в академию позвонит. Зачем нам лишний раз светиться? Так, не гони, здесь направо. Землянка. Где я? Ничего не вижу. Под ноги смотри. Ух ты! Здорово! Можно мне? Конечно. Тебе помочь? Еще чего. Чемпион города по лазанию в подвал. О! Вот столько разных вещей тут. Мне кажется, что здесь кто-то был. И чайник даже есть. Неужели и чай здесь завариваете? Зачем здесь? Спускаемся вниз, к реке. Там кострище и вода. И сушенька всегда полно. Здорово. Просто не верится, что ты под землей. А Саша с утра раненько уехал. Вот внучку оставил и уехал. С радостью приняла вас бы у себя, гости дорогие. Ну, комнат у меня только две. Вы уж не обессудьте. Блин, что? А внучка-то надолго приехала? Почитай, на все лето. Отец человек занятой, девочка присмотр требует. Понятное дело. Ну, может, посоветуйте кого? А вот хотя бы деда Макара. Вон ему сыновья какую домину отгрохали. Сами в городе. То, что живет один. Ну, разве внука иногда пришлют? Человек он хороший, не откажет. Вы уж извините меня. Конечно, конечно.
нас вчера опять надуло. Твой Талер не из института. Но ведь я говорила правду, что монету украли. Вот бы их в самом деле найти. Представляете, этот клад где-то под самым носом. Я и говорю про это. Вы же сами слышали, клады чаще находят дети. Давайте попробуем. Чесь, он нашел монету. Может, и клад где-то рядом. Клад – это, конечно, здорово. Но как его искать? Чесь сказал, что знает здесь все вдоль и поперек. Добудем этот ориентир, привязку, копию бересты и второй Талер из архива. А третий? Воров когда-нибудь поймают. Угу. После дождичка, в четверг. Так все лето пройдет. Я очень хочу отцу помочь. У него сплошные неприятности из-за меня. И на работе проблемы. Могут даже уволить. Что мы тогда кушать будем? А я бы себе Харлей купил. Ты знаешь, сколько он стоит? Дороже машины. А клады, думаешь, дешевые? Там такие ценности бывают. Читал «Остров сокровищ»? Так говоришь, будто клад у нас в кармане. Считаю, что в кармане. Я вокруг поплав каждую рытвину знаю. Хорошо, геолог. С чего начнем? Сперва надо составить план. У вас есть на чем писать? Какой еще план? Надо идти искать. Археологи всегда ведут дневник. Так, что мы имеем? Талер с насечкой для ориентира и крону из клада. Надо найти остальные талеры и бересту. Вычислить привязку к местности, откопать клад и все. И все? Оксана, ты принимаешься в наше братство. Теперь эта землянка такая же твоя, как и наша. Ты можешь приходить сюда, когда захочешь. Делать все, что захочешь. Но никто, никто на свете не должен знать про нее. Обещай. Обещаю. И про клад тоже. Обещаю. А теперь айда рыбачить. Я первый. Ловись, рыбка большая и маленькая. Хватит издеваться. Ты чего? Там типы какие-то. Где это Макара? Джип у них какой-то хищный. А, ты, наверное, дядьки Курта приехали. Ну-ка, ну-ка. Алло, шеф, это я. Лысый. Мы остановились у одного старикана. Какой-то дед Макар. Не, отец нашей девочки уже уехал. Еще утром. Она пока тут. Какие будут указания? Оставаться в поплавах. С девчонки глаз не спускать. Попробуйте для начала выкупить этот талер. Если они не знают тайны монеты, продадут за хорошие деньги. А если нет, ну попытайтесь раздобыть его каким-нибудь другим способом. Придумайте сами, в конце концов, что-нибудь. Ведь головы вам даны не только для того, чтобы шапки носить. Качайся, страус! Солнце еще высоко! Сам дурак! Нужно нам подглядывать. Джип рассматривали. Спорим, какая марка. А-а-а!
это Toyota RAV4. Ничего, машинка. А это настоящие археологи из академии. Между прочим, на работу меня приглашают. А как же твоя клубника, бизнесмен? Да ну ее! Горбатиться я еще буду. Археологи обещают $10 в день. Кстати, им еще помощники нужны. Отваливай, Курт, на своих дел по горло. Ну, как хотите. Подозрительно как-то. Отец ничего не говорил про экспедицию в поплавы. Интересно, что они собираются искать? Может, тоже клад? Добавим в наш план еще один пунктик. Честь должен разузнать, что ищут археологи. Хорошо, тогда ты займешься поисками бересты, а Оксана поедет в архив за Таллером. Ладно, только ты не забывай и про ориентир привязку. Все перечитал. Ну что, нашел, что искал? Нет. Да, я вижу, ты историей нашего края интересуешься. Нам в школе задание дали на лето. Ну тогда для начала сходи в школьный музей. Там знаешь, какие экспонаты? Никакая библиотека не сравнится. Школьный музей? Ну да, там вся наша история. Спасибо! Пожалуйста. Потому нам и поручили поподробнее ознакомиться с историей родного края, собирать разные краеведческие материалы. История интересна. Ну, идем. Ботаник. Почему ботаник? Пошли. О! Во, глянь, наши знаменитые земляки, вот памятники Борисовщины. И это все? Весь музей? А чего-нибудь более древнего нет? А чего тебе еще древнее? Вон, гляди, пожелтевшее какое древнее ему. Спасибо. На здоровьечко. Я поплаву. Соседи звонят. Но я же обещала. У нас новости есть, археологи приехали. Как какие? Говорят, из института. Ну, может, из другого. Да, хорошо, на речку ходим. Гуляем. У нас такая землянка классная. Конечно, скучаю. Ну, давай, пока.
Извините, пожалуйста. Мне в школе задали написать работу об истории нашего края. Я хотела бы подробнее узнать про талеры, которые вернул испанский король, а потом собрал коллекционер. А потом они были найдены у погибшего французского офицера. А теперь они хранятся здесь, у вас. Это длинная история, но монета хранится здесь. Ошиблась, девочка. Здесь хранятся только документы. Держи. Нет, я знаю точно. Два талера были переданы в ваш архив перед войной. Перед какой войной? Великой Отечественной. Вот, да. Ишь ты, Глебович, знает. А ведь точно были. Были талеры. Два патагона прибыли к нам из Ленинграда вот как раз-то перед самой Великой Отечественной войной. Точно. Только, красавица, тебе не повезло. Пропали обе монеты. Одна во время войны, а вторая при переезде в новое здание архива. Новое. Вот так. Как пропали? Как пропадают драгоценности? Ну, может быть, навсегда. А может быть, еще и вернуться. Да что ты ищи, ищи. Я ей говорил, что здесь хранятся только документы. Бывает, Вячеслав. Будьте здоровы. Ничего, а у тебя? У меня, похоже, тоже. Непонятно, какие-то археологи поселились как в гостинице. Здрасте. В магазин за колбасой сходили, потом дрыхли полдня. Ни тебе палаток, ни костров с котелками. Знаешь, я еще с утра почувствовал, что кто-то чужой был. Почувствовал он. Раньше надо было думать. Тетрадь открывали. Спиннинг еще. Нож охотничий. Все остальное кажется на месте. Хорошо, хоть хватило ума монеты не оставить. Фух, слава богу, что вы здесь. Я так торопилась. У меня ничего не вышло. Талера в архиве нет. И никто не знает, где он. Я тоже ничего не нашел. И я. Эти археологи какие-то странные. Да никакие они не археологи. Я звонила отцу. А он сказал, что из Академии сюда экспедиции никаких не направляли. Вот. Кто же они такие? Надо проследить за ними. Что они тут выискивают? И шпиону отомстить. Какому шпиону? Да завелся какой-то червяк. В наших вещах копался. Дневник читал. Снасти украл. Жалко. Хорошая землянка была. Я думаю, это кур. Да каждый попробуй. Мало тут туристов шастает. Надо устроить ловушку этому шпиону. Точно! Давай вырыем яму у землянки. Сверху накроем хворостом. Набросаем сухих листьев с новых иголок, чтобы незаметно было. Как наступит хрест в яму, мы возьмем его тепленьким. Будет знать, как наши вещи тырить. Ты что, чокнулся? Вдруг кто чужой в яму свалится, руку или ногу сломает. Представляешь, что будет? О, я, кажется, придумал кое-что получше. Помните, боевик показывали? Ну там чудовище какое-то ужасное в джунглях ловили. Чего только не перепробовали. Короче, надо разыскать сеть и устроить ловушку прямо в землянке. Здорово! Возьмем его прямо с поличным, на месте преступления. Ничего у нас не получится. Почему? Я уже продумал, как будем сеть натягивать. Я про клад. Так хотела отцу помочь. Думала, хоть раз меня похвалит. Оказывается, только фантазировать умею. Не расстраивайся. Я тоже думаю, откопаем драгоценности, и я смогу купить мотоцикл. А я, например, и не думал, что все так легко будет. Люди всю жизнь клады ищут, а вы хотели за один день. Кстати, надо тетрадь перепрятать. Выкинь ее, умник. Теперь она нам не нужна. Зачем? Будем продолжать поиски. Я устала. Я есть хочу. И как назло, чайник украли. А пошли к нам. Вместе чаю попьем. Голодная, уставшая. Пейте чай, пока горячий. Ну что, как ваше школьное задание, писатели-краеведы? Пока никак. Ясно. Я вам вот что посоветую.
Вам нужно обратиться к Алине Леонидовне. Никто не знает местную историю лучше, чем она. К Алине Леонидовне? Да, это учительница, бывшая по истории. Все знает. Что это там с собакой? Чувствую, что это? Давай, давай! Так, куда ты тянешь ее? Вот. Отлично! Оксана, глянь, ничего не заметно? Ничего! Ну, теперь можно не караулить. Эх, ты всегда надо бы заложить. Шуганули бы их как следует. Так, пошли к учителю. Шастаете, а? Мы к Арине Леонидовне пришли для консультации. Нашли время. В город уехала она. А когда приедет? Когда захочет. Че ей пенсионерки? И что ж нам так не везет? А может, нам просто не очень правильно ищем доклад? Конечно, не очень. Я в автошкольный музей случайно узнал. А что это за Катя, которая подарила тебе талер? Откуда он у нее? Я это свою монету на реке нашел. Если считать, что в институте был третий талер, то выходит твой один из архивных. Вдруг у нее второй имеется? Действительно. А я и не подумала спросить у нее. А знаешь, Оксана, давай съездим в город. Я тоже хочу познакомиться с Катей. Как ты к этому относишься? А почему ты поедешь с Оксаной? Потому что мне надо домой заскочить. Я вспомнил, у меня петарда от Нового года осталась. А ты за это время постарайся вернуть наш спиннинг и нож. Пусть она скажет. А я все думаю, кто вчера нашу собаку разозлил? Ладно, пошли. А с Сашей что-то случилось? Нет, нет. Он жив-здоров. Слава Богу, слава Богу. Да. Нас интересует его работа. Кажется, вы когда-то вместе начинали. Да, молодость. Учились вместе, дружили, вроде. Делали совместный диплом. Нас и распределили в один институт. Значит, вы хорошо его знаете. У вас, по-моему, была и общая тема диссертации. Ну, в общем-то, это было продолжением дипломной работы. Хотя сейчас об этом смешно вспоминать. Почему? Вы знаете, наивные были. Верили в клады, в предания. Но он продолжил тему. Я не удивляюсь. В этом весь Тушинский. Так вы, значит, больше к работе с монетами не возвращались? У меня сейчас другие проблемы. Чаю? Благодарю вас, не откажусь. Если можно, без сахара. Когда вы последний раз встречались с Тушинским? Не помню. Давно уже. Прошу. Благодарю. А жену его вы знали? Марину?
Да? А почему они разошлись? Почему разошлись? Вы знаете, трудно было понять, почему они были вместе. Дело в том, что они совершенно разные люди. Но поздно это осознали. Марина, она львица. А он аккуратный, исполнительный, правильный. По-вашему, Тушинский способен на отчаянный поступок? Никто из нас не знает, на что он сам способен. Что говорить о других, да? Да. Извините, пожалуйста, а что послужило причиной разрыва вашей дружбы? Да не было никакого разрыва. Так как-то все растаяло. Но вы как-то странно к нему относитесь. Очевидно, с годами происходит переоценка многих вещей. Да. Гости дорогие, а мне как раз все готово к обеду. Откушайте с нами. Рыбки свеженькой нажарил, картошечка, огурчик малосольный. Это дело. У тебя, дед, лодка имеется? Водка? Водка. А как же, на реке живем. А лодка твоя с мотором? И движок имеется. А что, на рыбалку решили снарядиться? Да не совсем. Так, по работе надо. Ага. Завсегда, пожалуйста, прошу в дом. Прошу. Прошу. Ты почему сарай не запер? Запирал, точно помню. Иди посмотри. Дед, мы сейчас только вещи возьмем. Сейчас пацаны проклад знают, талер не продадут. Надо срочно придумать, как это быть. А я не могу думать, у меня рука болит. Меня собака укусила, может, бешеная. Ты здоров, не может. Да я тебе психа. Отобрать надо и всех делов. Гениальная идея. Воплю шум на всю деревню, даже смыться не успеешь. А что, несчастные случаи случаются. Речка близко, лодка может перевернуться, в омут затянуть. Ну, так не правда. Я тогда не знаю, ты что предлагаешь? По-умному надо как-то. Паук говорил... Мало ли, что говорил этот хромой пень. Подумаешь, паук. Вообще, какая польза от этого паука? Зачем ему столько золота? Может, нам без паука обойтись? Заберем весь склад и мотанем куда-нибудь в Европу. А если не найдем? Паук что, потом дурак, по-моему? Ну что новенького узнал? Пока ничего. Они в город укатили. А что у вас с рукой? А не твое дело. А вы мне обещали $10. На, держи, мальчик. Хороший мальчик. Но тут только 5. С тебя хватит. Маловато информации. Да и то, о чем мы тебя просили, ты не достал. Но... А если сделаешь так, как мы договаривались, получишь сразу 1/2. Ого! А не обманете? $50 США. Реально. Язык только держи за зубами. Угу. Доставай шмотки. Да, сделаю обязательно. Я понял. Товарищ майор? Понял, да. Вот что изъяли у этих черных копателей. Ух ты! Вот это машина. Ну-ка, давай-ка их сюда по одному. Понял, товарищ майор. Здрасте.
Откуда это у тебя? Ну, я же рассказывал. Откопали на Березине. Ты знаешь, что все, находящееся в земле, принадлежит государству? Я собирался сдать. Давно копаешь? Кто, я? Первый раз. Хороший новичок. У него, между прочим, металлоискатель лучше, чем у наших саперов. Да и в местном РВД его знаю. Зарисовал. Кличка Брюква. Слыхал? Будем тебя оформлять. Гражданин начальник, я же не клад скрыл, а этому цена 3 копейки. Кто тебя оценивал? Ну, это я сам на глаз. Медяшки. Брюквин Олег Федорович. Угу. Короче так, ты мне сообщаешь, кому вы сбывали монеты и все прочее. А я верю всем твоим словам. Проскочишь по административному. Но если... Ты понял? Как не понять? Только я его не знаю. Коллекционер какой-то. Пауком называют. Как он выглядит? Я издали его только видел. Мужик такой, в черном плаще. Ах да, хромой, с палочкой. Настоящий паук. Тут все понятно. Человек-паук, черный плащ, Микки Маус, покемоны. В общем, мультиков насмотрелся. Где там твоя подруга? Сейчас придет. Оксана? А вот и она. Привет. Познакомься, Ярик. Это моя подруга Катя. Орешков хочешь? Спасибо. Вот. Это дала мне бабушка. В память о моем дедушке. И монета тоже была здесь. Только лет лежала, а потом вдруг всем понадобилось. Кому всем? Да вот на днях приходили какие-то ученые из академии. Очень расстроились, что я тебе эту монету подарила. А как они выглядели? Да один какой-то лысый, здоровый. Второй низкий и худой. Это они, точно. Кто они? Длинная история. Я тебе потом расскажу. Вот это мой дедушка. Вот. Смотрите, поплавок. Это дедушкин дневник. Первое августа 43-го года. Немного картошки. Куда податься? Разве Карине? В поплавы. Примет ли? И как добраться? Дальше неразборчиво. О, вот еще. 3 сентября продолжаю работать в архиве. Немцы вывозят ценности. Удалось таллер. Снова неразборчиво. Чем-то залито. Таллер у меня. Архив закрыт. Без работы. Голод. Поплавы. А дальше? Дальше неразборчиво. Правда, это очень интересно. Арина из поплав. Наверное, это как-то связано. Вы что-то знаете про моего дедушку? Давай расскажем. Ну ладно, только никому. А, давай! А что, подержавки? Подержавки! И тогда Сева спрашивает. А с пацанами? Что делать? А лысый достает нож. Большой такой нож с блестящим лезвием. Длинным, острым, и рука у него вся в крови, забинтованная. И как же ты из-под машины сумел все это увидеть? Значит, умел. Не хотите, не буду рассказывать. Нет-нет, рассказывай дальше. Ладно, неважно. Главное, теперь мы знаем, что они ищут наш клад. И главное у них какой-то паук. И что нам это дает? А вдруг эти липовые археологи и есть те бандиты, которые ограбили институт, узнали про клад, про Катиного дедушку. Может, у этого паука и третий таллер находится, но который из архива исчез. Тогда надо в милицию сообщить. Это только наша догадка. Надо точно выяснить. Я согласен с Оксаной. Надо сперва все разузнать, выследить Севу с Лысым. Они приведут к этому пауку.
Надо организовать за ними круглосуточную слежку. Привет, кладоискатели. Чего тебе, бизнесмен? Крути педали, пока не дали. Чего вы такие злые? Мамка нам мороженое не дала. Я вам предлагал подработать. Каотисты со своей работой. Я к вам по-хорошему. Вот молочка хотел предложить. На рынок сегодня возил. Не продалось. Свое дома имеет. Так то дома, а это сразу. Между прочим, по старечке всегда так пить охота. Вали отсюда, рыба прилипала. Ну, как хотите. Все равно пропадет. Постой, Курт, я попью. Прохладная и навозом не пахнет. Фу, вчерашняя. Попили молочка? Такая жарища, кто откажется? Ладно, все, давай, вали отсюда. Так, не понял. А деньги? Потом, потом. Все, пошли. Что, разве не видно? Чего такая всполошенная? Оксану мою там не видал? С утра как ушла с мальчишками. Ну, играются где-нибудь. Их дело щемячье. Старика все-таки обедом напростыл. И не бери до головы. Никуда не денутся. Душа не на месте. Как же так? Не может быть! Что случилось? Медальон пропал, талер. Может, где в песок упал? Нету, нету, нигде. А если когда плавала, выскользнул? Когда выходила, проверяла, он был на шее. Может, вас не придавило? Да он бы тут валялся, не мог же он испариться. А чего это мы так задрыхли? Разморила на солнышке. Помню, когда молоко пила, на него капнула. Какая шляпа, почему отца не послушала? Надо было ему отдать. Как я его подвела. Найдем. Не мог же он улетучиться. Петарда! Землянки! Вы туда! Бегом! Вот это улов! Попалась акула бизнеса! Будешь знать, как брать чужие вещи! Выпустите меня! Я отдам! Слишком просто! Пока здесь не будем! Пусть у вас сперва комарики покушают! Что вы от меня хотите? Хотим кое-что знать. К примеру, кто тебя подослал? Каким молоком ты нас напоил? Где мой Тайлер, паразит? Thank you.
Передовись, хлопцы, офицер! Живой! Ну-ка, глянь, что за поклажа у него там. Да нет ничего! А ты в карманах-то посмотри. Так, отставить. Этого офицера в лазарет. Господин Хорожев, да на кой лад? Он же не жилец уже. Таков приказ. Кладоискатели. Чего тебе, бизнесмен? Крути педали, пока не дали. Чего вы такие злые? Мамка нам мороженое не дала. Я вам предлагал подработать. Каотисты со своей работой. Я к вам по-хорошему. Под молочка хотел предложить. На рынок сегодня возил. Не продалось. Свое дома имеется. Так кто дома, а это сразу. Между прочим, по старичке всегда так пить охота. Вали отсюда, рыба прилипала. Ну, как хотите. Все равно пропадет. Постой, Курт, я попью. Прохладная. И навозом не пахнет. Вчерашнее. Ну как? Все в порядке. Что, попили молочка? Какая жарища, кто скажет? Ладно, все, давай, вали отсюда. Так, не понял. А деньги? Потом, потом. Все, пошли. Не видно? Чего такая сполошенная? Остальную там не видал? С утра как ушла с мальчишками. Ну, играются где-нибудь. Их дело щенячье. Река все-таки. Обед давно простыл. И не бери до головы. Никуда не денутся. Душа не на месте. К
как же так? Не может быть! Что случилось? Медальон пропал, Тайлер! Может, где в песок упал? Нету, нету, нигде! А если когда плавала, выскользнул? Когда выходила, проверяла, он был на шее. Может, вас не придавило? Да он бы тут валялся, не мог же он испариться. А чего это мы так задрыхли? Разморило на солнышке. У меня когда молоко пила, на него капнуло. Какая шляпа, почему отца не послушала? Надо было ему отдать. Как я его подвела. Найдем. Не мог же он улетучиться. Петарда, в землянке. В это да. Бегом. Попалась акула бизнеса. Будешь знать, как брать чужие вещи. Выпустите меня. Я отдам. Слишком просто. Пока бить не будем, пусть его сперва комарики покушаем. Что вы от меня хотите? Хотим кое-что знать. К примеру, кто тебя подослал? Каким молоком ты нас напоил? Где мой Тайлер, паразит? Никто меня не поцеловал. Так просто интересно было. Ничего, повисишь. Вечером еще интереснее станет, когда комарьё налетит. Я вам денег дам, кое-что накопил. Мы не продаемся, как некоторые. Какое дело тебе поручили ваши квартиранты? Отвечать будешь? Оксана, честь, у меня тут... Здорово, все скажешь. Закрыто, как куш на сковородке. Что вы задумали? Ничего особенного. Метком решили тебя угостить. Бабушка говорила, что от осиных укусов даже умирает. Яд проникает в кровь. Все тело становится красным, словно вареный рак. Весь разбухает, глаза вылазят на лоб. Становится, словно огромный воздушный шар. И бабах! Взрывается, разлетается на мелкие кусочки. Не надо, ребята, я больше не буду. Я жить хочу. Тогда отвечай, все рассказывай. Не могу, это все они, археологи-квартиранты. Я боюсь. Она, значит, не боишься? Пошли честь за медом. Можно сразу я сильно гнезду. Выпустите меня, я на вас пожалуюсь. Кому ты будешь жаловаться? Воришка задрипанный. Вот мы сообщим милицию о твоих проделках, тебя сразу в колонию отправят. Ты знаешь, кто твои квартиранты? Настоящие бандиты, которые ограбили научный институт. Их посадят в тюрьму и тебя, как сообщника. Нет, нет, я все расскажу. Это они попросили меня разузнать про Оксану, про монеты в медальоне. Они заплатили мне, чтобы я ее украл. Снотворное молоко насыпали. Это все они. Я слышал, какой-то клад ищут. Им только этой монеты не хватало для поиска. Они приказали найти вашу землянку, прочитать ваш дневник. Но нож из спинки я сам взял. Отпустите меня, я быстренько сбегу и принесу. А Тайлер? Он у них. Так значит, у них карта и Тайлеры? Не знаю, но они все время звонят какому-то пауку, советуются. Он у них против шефа. А что они собираются делать с складом, если найдут? Что-то про Европу говорили. Вроде Испании, Италии. Ладно, отпустите меня. Не торопись. Будешь висеть, пока не придумаешь, как Тайлер вернусь. Отпустите меня. Меня дед будет искать. Ничего. Он еще не знает, как ты его рыбу на рынке продавал. Отпустите меня. У меня ноги немеют. Клянись, Курт, что будешь делать все, что мы скажем. Пусть землю ест. Согласен. Клянусь. Обещаю. Смотри, Курт. Ты что, полетишь в колонию? Накроется твой бизнес на всю жизнь. И запомни, за нами не заржавеет. Оксана, отвязывай! Все нормально. Ну, конечно, у нас, а как по-другому? Ну,
Думаю, что в реке потеряли. Тишина. А, да все в порядке. Ага. Ну. Не, ну мы тоже кое-что соображаем. До скорого. Договорились. Ты мой, а не размазывай. На самом. Ты ему веришь, что он вернет, Тайлер? Не знаю. Может, все-таки в милицию? Нет. Клады, монеты, бандиты. Никто нас слушать не будет. И доказательств никаких. Надо только срочно сообщить отцу. Не отвечает. Наверное, где-то на раскопках. Ай, пойдем. Привет юным натуралистам-следопытам. Ну что, домашнюю работу на лето написали? Учителька ваша приехала? Или не нужна больше, а? Это по истории? Точно. Арина Леонидовна. Спасибо, большое спасибо. Ай да, ребята. Не за что. Оксана, ты чего? Арина. Он сказал, Арина из Поплав. Может, это о ней писал Катин дедушка в своем дневнике? Точно. Наверное. Здравствуйте. Нам сказали, вы можете помочь нам. Ну, заходите. Смотрите, работает. Ну так что вы хотели узнать? Вообще-то нам нужна береста, найденная при раскопках братской могилы у погибшего французского офицера. Так я и знала. А сама история вас совершенно не интересует? Вас интересуют клады, легенды, сокровища. Что еще что-нибудь? Большое спасибо вам. Скажите, пожалуйста, Ирина Леонидовна, это случайно не о вас писал Катин дедушка в своем дневнике? Я имею в виду того человека, который во время войны работал в городском архиве и всегда хотел приехать в Поплавок к какой-то Арине. Откуда вы это знаете? Мы читали дневник. Учились с Сергеем вместе в университете, на историческом факультете. Потом расстались. Знаете, взрослые тоже совершают ошибки, которые впоследствии совершенно нельзя исправить. У Сергея была семья. Мы переписывались. Иногда встречались в городе. Во время войны он успел эвакуировать семью, а сам остался и продолжал работать в архиве. Его расстреляли немцы, да, когда узнали, что он скрывает архивные ценности и препятствует их вывозу в Германию. А что там обо мне было в дневнике? Он все время хотел приехать к вам. Но думал, что вы не примете его. А вы? Как сложилась ваша жизнь? Какое это имеет значение? Для тебя никакого не имеет значения. Моя жизнь? А вот это и есть моя жизнь. Ну что, будем пить чай? Да, да. Интересно, что означает этот крест? Это привязка к местности. Понятно, что привязка. Но что это? Дерево, камень, дом. Предположим, это река. Крест на реке отмечен. Вот тут болото. Здесь огромный валун. Тут старый колодец. Хутор когда-то был. Все это надо облазить. Без Тайлера мы ничего не найдем. С Тайлерами тоже. Главное, привязка. Ты же слышал, что сказал отец Оксаны? Хватит ссориться! Надо что-то придумать. А вдруг эти ложные археологи быстрее найдут?
Надо их как-то задержать. Подстроить какую-нибудь лажу. Думаете, у них все три таллера? Один, который в войну пропал, мне подарила Катя. Второй украли из института. Третий давным-давно исчез из архива. Значит, либо у них нет третьего таллера, либо они не знают привязки. А то давно бы уже раскопали этот клад. Надо быстрее что-то предпринимать. Так, какие у нас остались зацепки? Верните таллер и найдите ориентир. Это уже подумаю в дороге. Тебе легко говорить. А мне еще английский сдавать. Мать пили с утра до вечера. Да пойди ты и сдай когда-нибудь свой английский. Хоть что-нибудь полезное сделаешь. А ты куда? Буду звонить знакомым отца. Ему надо дозвониться. Еще друга его надо найти. Помните, папа говорил, что тот в архиве работал? Что? Засиделись, голуби? Курорт не строили? Почему речку не прощупали? Да мы моторку искали. Ну ничего. Ничего. Вы у меня еще поскачете. Приехала на каникулы. Дома почти не бываешь. Зачем тогда приезжала? А теперь еще в город собралась. Бабушка, ну у Кати проблемы с английским. У нее пересдача. А ты тут при чем? Я? Да я ас по английскому в школе. Если не веришь, можешь спросить у нашей Анжелы Андреевны. Да? Всегда знала, что ты у меня умничка. Когда приедешь? Занимаюсь с ней денек. Может, несколько. И сразу домой. Смотри. Не волнуйся. Пока. Я вам лодочку приготовил. Моих сынков. Движок еще у вас вечера заправим. Может, сальцем в дорожку? Спасибо. Спасибо, отец. Ну, ничего не требуется, у нас же, у нас все есть. А то засиделись мои лоботрясы. Ну, я тогда, если чего, то я на речке. Не крутись под ногами, делом займись. Разыскиваю человека, который когда-то работал в этом архиве. Его зовут Илья Репин. Илья Репин? Стыдно должно быть тебе, девочка. Илья Ефимович Репин – великий художник, и ни в каких архивах он не работал. А еще, наверное,
школьной работы по истории. Но мой папа точно знает. Может быть, это какой-нибудь другой Илья Репин. Вон внутренний телефон на столе. Звони в отдел кадров. Узнавай. А номера рядом, на бумажке. Доброго здоровья. Алло. Здравствуйте. Это вас беспокоит студентка археологического факультета. Вот по какому вопросу. Я разыскиваю человека, который когда-то работал в городском архиве. А может и сейчас. Его зовут Илья Репин. Как-как? Не Репин, а Крепин? И сейчас, говорите, там работает? Начальником? Большое спасибо, вы просто не представляете, как... Что? Надолго? Ах, отпуск. И со вчерашнего дня. Извините. Почему ж мне так не везет? Ну вот, фамилии перепутала. Студентка археологического факультета. Сказала бы сразу, Крепин Илья Петрович. Со вчерашнего дня он в отпуске. На Березину поехал, кажется. Да. Какие-то поплавы. Куда, куда? Поплавы. Если не ошибаюсь. Эй, молодежь, да? А how он камин секс? А how он... Честь! Есть новость! Чего еще? Эти археологи ночью мотались в деревне. Ну да. На утро вернулись, с ними какой-то мужик, хромой, с тросточкой. Я думаю, паук? Ага! Ну и? У него целых 3 монеты! Вот это номер! И еще не все! Они взяли у деда моторку! И сейчас куда-то собираются! Быстро сообщу Ярику, я мигом! Ага! Ну, сейчас мы все узнаем про твои таллеры. Какая ты умная, Катя! Я про интернет даже не подумала. Ну, тут совсем чуть-чуть. Очень мало. Ну, Стася, слушай. Одна из любопытнейших легенд связана с так называемым кладом французского офицера, останки которого были обнаружены в братском захоронении близ Поплав. Поплавы? Это наши поплавы, вот видишь? Схема расположения клада зашифрована на обрывке бересты, ключ которой заключен в 3 талерах испанской чеканки. Однако решающую роль играют не сами талеры, а сделанные на монетах засечки, благодаря которым... обозначается маршрут. Вместе с тем, талеры эти никогда не были найдены, а наиболее вероятный маршрут напоминает русло небольшой реки, которая, как известно, в районе Поплав просто отсутствует. Таким образом, легенда о кладе, скорее всего, является примером ярчайшего исторического вымысла. И это все? Ну, тут еще что-то есть. В отличие от археологических материалов, добываемых путем планомерных раскопок, превращение клада в находку – результат совпадения целого ряда случайностей. Поэтому гражданский долг каждого, нашедшего клад или узнавшего о его открытии, собрать максимальное количество монет, сохранить сосуд или хотя бы его обломки для передачи в ближайший государственный музей. И как тебе это нравится? Мы бьемся, рискуем, может быть, жизнями ради этого клада, чтобы отдать в какой-то архив? Бандиты отдавать не собираются. Смотаются в Европу с драгоценностями. Ищи, свищи. Ну, наконец-то, хоть делом занялись. На рыбалку собираетесь? Ну, это ж приятно посмотреть, а то носитесь где-то, носитесь. Жаль, что Оксаны нет. Далась тебе эта Оксана. Девочки любое дело завалят. Сами выследят. Узнаем, где они собираются искать этот клад. Что ты собираешься делать? Все считают меня обманщицей? Хорошо. Значит, надо это использовать. Устроим этим липовым археологам веселую жизнь. Пустим их по ложному следу. Садись. Так, вот здесь поставим валун. Вот здесь вот колодец. А вот здесь у нас будет болото. Так, это надо распечатать. Ха, тогда же ведь не было компьютеров. Какая ты наблюдательная подружка. Обманывать надо с умом.
там, где найти обрывок старой бумаги. Начертили бы от руки. Не сказать, что это копия. Дед же у меня в архиве работал, так? А у нас в шкафу валялись старые бумаги, карты. Бабушка ничего не разрешала выбрасывать. Они, наверное, там и лежат. А кто это обещал мне помощничать? Ну, мама, мы совсем чуть-чуть. А кто просил разбудить ни свет ни заря, а? Да, мне очень рано, надо быть у отца в институте. Тетя Алина, можно Катя завтра со мной поедет? Просто понимаете, мне надо за лето подучить английский. А никто лучше вашей Кати его в классе не знает. Бабушка так и сказала, без Кати не возвращайся. Ладно, пойдемте спать. Поговорим об этом завтра. Пошевеливаться надо. Каждая минута дорога. Меня из-за вас к следователю вызывали. Раскопали, что я раньше в том отделе работал. Же быстро. Я тоже хочу научиться. Так мы до ночи не догоним. Ну давай, давай, быстрее. Греби к тем кустам. Говорил, потеряем их. Они же на моторке. Ладно, никуда не денутся. С утра отыщем, сейчас все равно темно. Странно, что француз написал слово «клад» на латыни. Почему не на своем языке? А ты знаешь, как по-французски «клад»? Нет. Трезор. Почти как мою собаку. Почему не написала его по-французски? Какая разница? А мне кажется, это может что-то значить. О, клюет, клюет! Ух ты, какая огромная! Жаль, что Оксана не видит. Опять за свое? Трескался у нее, что ли? Очень надо. Да-да. Здравствуйте. Мне нужен адрес экспедиции, где находится Тушинский Александр Александрович. И одноклассница его дочери, Катя. У Оксаны очень важное известие для него. Какое известие? Она что-то говорила по поводу его работы. Но я в этом ничего не понимаю. Ну, деточка, я в этом ничего не понимаю. Можем. Здесь... Можем, душа моя. Костенко, да. Успокой барышню и покажи санкцию. Пойдемте, у нас санкция. Да что вы себе позволяете? Да, вы не беспокойтесь, вам все объяснят. Между прочим. Все объяснят. Да. И прекратите, в конце концов, что вы себе позволяете? Илья Петрович такой человек, чисто не нарушенный, а вы, в конце концов, из ряда ответили. И что будем искать, товарищ майор? Пока это. А там, что попадется? Да, тут за неделю не управишься. Ну, товарищ майор, а монеты ведь металлические. Ну и что? А давайте саперов вызовем. И собаку с кинологом. Пусть они металлоискатель принесут.
Или взять хотя бы конфискованный у копателя? Ну так что стоим? Дерзай. Может быть, может быть. Чего меня не разбудил? Ты чего? Слышишь? И так целое утро. Дед Макар. Здравствуйте. Телеграмму надо отправить, которая самая быстрая. Сама сможешь заполнить? Конечно. Я уже взрослая. Просто молодо выгляжу. Товарищ майор! Но? Здесь что-то есть. Где ты? Здесь. Так. Вот, вот. Ну давай, давай, смотри. Ух ты. Дай-ка. Это ты хорошо придумал, сапер. Так, держи. Оригинальный. Тайничок. Костенко, дай-ка что-нибудь режущее. На. Так, посмотрим. О, вот тебе и неприметный архивариус. Думаю, среди этих монет найдутся и наши. Так, Костенко, проверь. Ну, а мы с тобой еще посмотрим. Давай. А ну, помогите лодку поближе к берегу подтянуть. Осторожно, руки. Ну, раз мы здесь случайно встретились, ну, то я хочу прощения у вас попросить за телевизор. Я нашел вора. Это Сом. Сом? Да, здоровущий. О, запутался жабрами в сетке, оборвал веревку и всплыл вместе с телевизором. Вот ты нам спать не давал. А ну, давайте. Сейчас вытяну. Так. Давай, давай. Вот так. А может его веслом долбануть? Нехорошо это, малясь. Он ведь старик. Слом это дед, можно сказать. Отпустить его надо, это да. И как он умудрился таскать на себе это? Ой, так и таскал. Ни нырнуть не мог, ни вверх подняться. Ну иди, бедолага, к своим. Ой. Нашел. Знатный сон. Я его от старых кладов гнал. Случайно заметил и поплыл следом. Откуда? Где вы его увидели? У старых кладок. Ну, кладов, так зовут их по-нашему. Ну, конечно. Кладки – это мостики через реку, да? Ну да, были когда-то. Сейчас они на дне лежат. Крепкие такие, их можно веслом нащупать. И из дуба. Дубы теперь эти как железо сделались. Большое спасибо вам. За что? Ну ладно, ребятки, помогите мне от берега оттолкнуться. Пока. Ты знаешь, где эти клады находятся? Ну, конечно. А береста у тебя с собой? Да.
Ярик, ты хочешь сказать? Именно это я и хочу сказать. Слово «клад» надо переводить не с русского и не с французского языков, а с белорусского. Клад – это никакие не сокровища, а всего лишь мостики, кладки по-нашему. Француз слышал, как местные называют то место, так и выцарапал его на бересте, только латинскими буквами. Понимаешь? Из-за этого и не могли так долго золото отыскать. Нету тут ничего. Облом, паук. Полный голяк. Ладно, сворачиваемся. Завтра проверим другие ориентиры. Ну что, пошли, ребята. Недолго. Ну ты, Катя, молодец. Так цвет подобрала. От других пометок не отличишь. Думаешь, поверят? Поверят, не поверят. На всякий пожарный проверят. Нам ведь главное задержать их. Точно. Время потянуть. Саша! Саша! О, вот. Саша, тут тебе какую-то странную телеграмму принесли. Следим. Ага, заметно. Что ты понимаешь? Это для маскировки. Даже лучше, как дела бортик. Мы сделали сюрприз для этих археологов. Пустим их по ложному следу. Мы тоже зря время не теряли. Сказать им, Ярик? Угу. Нашли ориентир, привязку. Неужели? Правда? Не хрусти над духом. Слышь, паук, а может ты нам мозги пудришь? Мы тебе и талеры, и бересту раздобыли. А клад твой где? Может, ты нас кинуть задумал? Даша, что ты так крутишь? Похоже, решил золотишко захапать и чистеньким за кордон смыться. Заткнитесь, идиоты. Если бы я мог справиться без вас. Здоровому вы мне тысячи лет не нужны. Это где этот клад? Найдем, ребятишки. Не сегодня, а завтра найдем. Осталось пару мест проверить. Скорее боже. Крестики слова «клад» — это и есть привязка. Француз написал это слово по-белорусски. Как так? Просто клад. Обыкновенные кладки. Мосток через Березину. Старые люди до сих пор называют эти места кладами. И вы знаете, где эти кладки? 8-10 км отсюда. Всего лишь? Так просто? И вы сами догадались? Молодцы какие! Молодцы, конечно. Но я думаю, что нам этого клада никогда не найти. Потому что у нас нет талеров, а мы настолько приблизились. Надо выкрасть их у археологов.
Это воровство. Ничего подобного. Это возврат похищенного. Причем сворованного подлым образом. Ограбление института, снотворное. Забыла, что ли? Паук прячет Тайлера в трость и никогда с ней не расстается. Вы видели паука? Он прикатил, когда ты уехала. А больше в деревне незнакомцев не появлялось? Нет. А что? Пока ничего. Так как искать эти Тайлеры? Есть идея. Катя поможет. Мы используем наш сюрприз. Мы сделаем так, что паук сам трость выбросит. Точно. После вашего прихода мы с мамой просмотрели архив дедушки. И обнаружили там это. Ну, там были еще записи про поклады, про Тайлеры. Но я ничего не поняла. Вот приехала сюда к подружке. Я вам про нее уже говорила. Она, оказывается, такая растеряха, что Тайлер где-то потеряла. Тут я вас увидела. Подумала, вы поможете нам разобраться. Попробуем. Есть, взял карту. Тут что-то важное, историческое. Вполне возможно, хотя тут давно уже все исследовано. Но ты, если хочешь, оставь мне этот шедевр картографии, а я его покажу нашему научному руководителю. Большое спасибо. Какая у вас машина красивая. Что ты делаешь? Это машина наша, ваша. Начальника экспедиции. Ну, я пойду. Пошли отсюда, ребята. Мы должны быть там раньше их. А если они не клюнут на эту уловку? Клюнут. У них нет выбора. Побежали, быстрее. Что еще за самодеятельность? Откуда это? Девчонка принесла. Из квартиры куда-то нас за Тайлером посылала, а там ничего не оказалось. Ну, дед ее в архиве давай наработал. И он тоже французские сокровища искал. Сколько же этих доморощенных кладоискателей развелось. Надо бы проверить, шефа. Зачем черт не шутит? Ну что же, крюк небольшой. Где-то поблизости. Ну и дорога. Давай в деревню скорее. За трактором. Получи. Пусть там сидит. Будет знать. Срок, понимаешь. Ралли Париж-Дакар. Давай скорее, пока машину не затянуло до крыши. Ты не виноват. Пожалуйста, кинь себе деревяшку какую, ну. Что где за застава? Пошли отсюда. Он скорее сам утопнет, чем трость выбросит. Ну,
вернулся наш клад? А, не паникуй. Неужели ничего нельзя придумать? Этот клад точно какой-то заколдованный. Кажется, только руку протяни. А тут бац, сразу чего-то не хватает. Что я отцу скажу? Кто-то едет! Может, с утра на клады сплавим? Глянем на месте. Обыскался вас. Чего это мы тебе понадобились? Ждите вечером в землянке. Зачем? Там узнаете. Говори сейчас. Я на рыбалку собираюсь. Эти археологи-квартиранты приехали по уши в грязи. Баньку заказали. Ну и что? Какую баню? Да никогда мне. Еще воду носить, ждите. Постой, Курт, при чем тут баня? Так в баню ж голыми ходят. Сев, еще подать! Хорош, слышь, Леша, задыхай. Да хорош уже, блин. Это кликуха. Слушайте, если обнаружат пропажу, сразу на него подумают. Точно. Надо Вову куда-нибудь спрятать. А давай ко мне на чердак. Тетка никому не скажет. Мы тебе кушать носить будем. Да нет, не надо. Спасибо, но я уезжаю. Собрался уже. Куда? Домой, в город. Дед разрешил. Сегодня уже поздно. Могу успеть на последний автобус. Мы тебя проводим. Ну, хорошо. Отвечать, старый пень, где твой мальчик, Курт это? Что вам надо от мальчика? Вор твой мальчик. Не может быть. Он украл у нас очень важный исторический материал. Зачем его? Говори, где он, или я за тебя не отвечаю. Домой уехал. Адрес.
тянется колик. Тяжелый. Но рогов. Ну и запах у вас милейший. Ничего не сделаешь, ваше превосходительство. Врут, как мухи. А где этот француз из обоза? Умер ночью. При нем что-нибудь было? Где вещи того француза? Что? Не могу знать, ваше превосходительство. И это все? Дорога. Давай в деревню скорее. За трактором. Малыш. Пусть там сидит. Будет знать. Срок, понимаешь. Ралли Париж-Дакар. Давай скорее, пока машину не затянуло до крыши. Да я не виноват. Пожалуйста, кинь тебе деревяшку какую, ну. Чтоб тебя засосало.
Пошли отсюда. Он скорее сам утопит, чем трость выбросит. Все впустую. Накрылся наш класс. А, не паникуй. Неужели ничего нельзя придумать? Этот класс точно какой-то заколдованный. Кажется, только руку протяни. А тут бац. Сразу чего-то не хватает. Что я отцу скажу? Кто-то едет! Может, с утра на клады сплаваем? Глянем на месте. Обыскался вас. Чего это мы тебе понадобились? Ждите вечером в землянке. Зачем? Там узнаете. Говори сейчас, я на рыбалку собираюсь. Эти археологи-квартиранты приехали по уши в грязи. Баньку сказали. Ну и что? Какую баню? Да никогда мне. Еще воду носить, ждите. Постой, Курт, при чем тут баня? Так в баню ж голыми ходят. Сев, еще подать! Хорош, слышь, Леша, задыхай! Да хорош уже, ну! Это кликуха. Слушайте, если обнаружат пропажу, сразу на него подумают. Точно. Надо Вову куда-нибудь спрятать. А давай ко мне, на чердак. Тетка никому не скажет. Мы тебе кушать носить будем. Да нет, не надо. Спасибо, но я уезжаю. Собрался уже. Куда? Домой, в город. Дед разрешил. Сегодня уже поздно. Могу успеть на последний автобус. Мы тебя проводим. Ну, хорошо. Курт это! Что вам надо от мальчика? Вор твой мальчик. Не может быть. Он украл у нас очень важный исторический материал. Зачем его? Говори, где он, или я за тебя не отвечаю. Домой уехал. Адрес. Мальчики ждут. Ну, подожди, сейчас идем. Пойдем. Скорее опаздывай.
можно перевести. Главное не раскачиваться. Наверное. Мам, там нет никого. Ну, на минуту в огород вышла, их уже след простыл. Вот через куда искать? Наклады? Саш, Саш, что случилось-то? Можно увидеть. Оксана! Папа? Папа! Александр Александрович! Сюда! Оксана! О, Александр Александрович! Папа! Ну, слава богу, что я вас нашел. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Макара ищете? Так он на речке где-то. А где ваша... Сева, позволь, я сам поговорю. Нет-нет, мы не к деду Макару. Я к вашей внучке, как Саня. Александр Александрович, ваш сын, просил ей кое-что передать. Одну просьбу. Странно, но ведь... Мы с ним коллеги. Мы вместе археологией занимаемся. Вы знаете, он очень просил. Так ведь он сам приехал. Когда? Недавно совсем. Какой сюрприз. А где он? За детьми отправился. Торопился очень. А куда, вы говорите, они отправились? На клады. Спасибо большое. Вы меня очень обрадовали. Тухлые дела. Здесь Тушинский. Ну и что? Он сразу все поймет. Может, с ним договориться? С этим не договоришься. Это ведь из-за него я перешел в архив. Если бы не травма при раскопках, вообще вылетел бы из института. Это он был начальником экспедиции, когда я раскопал кое-какие женские драгоценности. Но решил их немножко придержать. Кто-то меня... заложил. Тушинский мог занять это дело. Но принципы, принципы. Поражаюсь я таким людям. А нищими побираться им принципы позволяют. Ребят, оказывается, у вас событий полным-полно. Все началось с того, что Катя подарила мне первый талер. А самое главное, ребята нашли привязку. Эти клады. Ну, вы даже не представляете, какое вы открытие сделали. Я не шучу. Взрослые сколько лет бились, искали эту привязку, найти не могли. А вы?
Значит, француз написал это белорусское слово латинскими буквами. Я даже себе представить не мог. Ну, вы, ребят, молодцы. Ну-ка посмотрим, что у нас получится. Есть. Это русло небольшой речушки. Вот где-то здесь мы и будем искать. Думаю, что длина этой линии, вот от этой точки до этой, не больше 2 километра. Но здесь нет никакой речушки в радиусе 5 километров. Ну, это сейчас нет. А раньше, возможно, была. Мы будем искать старое высохшее русло. Разве его можно найти? Сухую погоду нет, но дождик нам поможет. Мы с Оксаной живем в новом микрорайоне. Там раньше лес рос, речушка текла. Ну, лес вырубили, речушку уничтожили. Поставили трубы, все, закатали в асфальт. Но вот что интересно, когда идет ливень или просто сильный дождь, то возле нашего подъезда появляется вода. Причем не везде, а извилисто. Скорее всего, где-то под землей осталась крынечка, ну, родничок, который и пытается пройти путь своего ручейка. Но если даже крынечки нет, то это дождевая вода, которая хочет найти старое русло. Понятно тебе? Что тут понимать? Пройдет дождик. Вода укажет нам русло речушки, до которой шел француз. Вот и все. А как вода нам укажет? Ну, если дождик будет идти долго, то лужи зальются водой, наполнятся, соединятся и образуют новый сток, который и пойдет по этому старому руслу. А сегодня ночью дождик был сильный. Вон какие большие лужи появились. Ну что, пойдем? Прямо сейчас? Прямо сейчас. Ура! Я и подумать не могла. Люди как люди. Коллегами Саши назвались. Да, вроде работают вместе. Здравствуйте. Но я им сказала, что он пошел с детьми на клады. А что натворили эти археологи? Это не археологи, Елизавета Петровна, это преступники. Господи, они же неделю у Макара крутятся. В каком смысле крутится? Да квартируют они у него, комнату он им сдает. А как бы нам повидать этого Макара? Да нет, ничего проще, вон же его дом с красной крышей. Только его нет, сейчас он на речку кто-то пошел. Ну вот и мы на речку подъедем. Прошу вас, Сережа. Прошу, садитесь. Здравствуйте. Да ничего, ничего. Макар! Макар! Вот напасть-то какая, а? Ну не кричи, вся с лица сошла. Говори, что случилось. Случилось. Жулики твои, квартиранты, вот что случилось. Развел тут бандюгов, а их давно ловят, вот следователь. Из города приехал. А я тут при чем? На лбу у них не написано. Документы в порядке. Когда вы их видели в последний раз? Утром. Где они сейчас могут быть? Я им не пастух, не знаю. Утром я попросил их убраться из моего дома. Чего так? Нехорошие они люди оказались. Че спустил себя? Потому что дурак старый. Хочется ж людям верить. Я им тоже поверила. На счету этих людей несколько преступлений. Сюда они приехали не случайно. Что от меня требуется? Они спрашивали про сына Елизаветы Петровны, а он походу ушел, и не один ушел, а с детьми. Что же это делается? Господи! Не пугай женщину. Ну и что, что походу шли? Там один честь, каждый кустик знает. Как их могут найти? Что они, на одном месте стоять будут? На одном, Макарка. На одном, на кладах. Я сама сказала этим твоим квартирантам. А как добраться до этих кладов? Ну, если прямиком до лодки, то минут 20-25 добираться. А в объезд далековато будет. У вас лодка? Вы должны их предупредить, а я свяжусь с местным райотделом. Поторопитесь. Я только ружье возьму, на всякий случай, припугнуть. Ты пошевеливайся, пошевеливайся. Ведь я все это твоих квартирантов. Ты знаешь, если что-то с детьми, я не знаю. Ну иди домой, Елизавета. Сам знаю, что делать.
Я знаю низкое место. Здесь, поблизости. Там старый колодец. Но когда я ткнул палкой в дно, вода проступила. Представляешь? И что, ты ничего не сказал никому? Нет. Давай я заведу тебя туда. Когда найдем клад, позовем остальных. Согласна. А где Оксана? И Честь? Оксана? Оксана? Не старайтесь. Это Честь хитрит чего-то. Наверное, что-то знает. И специально оставил Оксану, чтобы перед ней похвалиться. Но если так, мы будем только рады, если они найдут сокровища раньше нас. Нам конечно туда. Вот здесь, за тем поваленным деревом, поляна. И на ней колодец. Айда. Ёлки зеленые. Ничего не понимаю. Честное слово, он здесь был. Да верю, верю я тебе. Давай еще раз вернемся к реке. Где ваш начальник отделения? Так он уехал в город. Мне нужен наряд, поплавает, на задержание. Наряд мы соберем, но... Что еще? УАЗик, видите? Но? Так вот, механик из-под него третий час не вылазит. Так что у вас, одна машина? Почему одна? На другой начальник уехал. Так свяжитесь с ГАИ, с патрульными, позвоните в город. Нужно перекрыть выходы из района. Вот ориентировки. И давай, дерзай. Заблудились, да? Ты устала? Они, наверное, уже клад нашли. Извини, Оксана. Сам не понимаю, как мог заблудиться. Засмею теперь. Ничего страшного. В лесу каждый может заблудиться. Потому что левая нога делает шаг немножечко длиннее, чем правая. Вот и получается круг. Нам в школе рассказывали. Давай так. Ты будь здесь, только никуда не уходи. А я постараюсь найти дорогу. Сюда, сюда! Здесь вода! Ну, это то самое русло, точно. Смотрите, вот эта низина тянется на юго-восток. Потом она выпрямляется и идет на юг. Так, нам туда. Думаю, метров через 200 мы найдем нам нужное место. Пошли, стой. Нет. А мы разыскиваем твоего отца. Кстати, может познакомиться. Илья Крепин, друг твоего отца. Илья Крепин? Тот самый? А где остальные? В поле? А где папа? В поле? Наверное. А почему же ты не с остальными? Заблудилась? А, понимаю, понимаю. Здесь, очевидно, какой-то секрет, который рассказывать нельзя. Ну что же, твой папа любит секреты, я знаю. Ну давай, садись. Да садись, не бойся. Да она просто боится. Поехали, лысый. Вот,
тут еще? Ничего я не боюсь. Оксана! Оксана! Вы никакой не друг отца. Вы паук. Стойте! Стойте! Наша линия кончается тут. Это же ровное, гладкое место. А может, это на поле, среди жита? Может быть, здесь? Пень. Обычный старый пень. Я думаю, здесь. Пойди же Оксана с Чисом. Ксюша! Далеко собрался? Дед Макар, вот слава богу, что вы тут. Археологи ваши захватили Оксану. Ой, не убереглись таки, правду сказал следователь. Давно проехали приблуды эти. Недавно, но все равно, идите скорее. Давай. Ну, друзья мои, нам сегодня и так слишком везло, даже не верится. Я все думаю, а что если француз закопал клад не в землю, а спрятал в дупло, ну вот этого самого дуба. А ствола-то давно уже и нет. Я на месте француза тоже не стала бы ковыряться в земле. В таком случае, люди, которые спилили это дерево, обязательно бы обшарили все дупла. И нашли бы его. Это же так интересно, обшаривать дупло. Логично. К тому же часто бывает, что дупло находится внизу и ведет сразу под землю. Но к чему гадать? Сейчас все узнаем. Аккуратнее. Отступи от пня и проверь под корнями. Здесь! Александр Александрович! Честное слово! Здесь дупло! Осторожней! Осторожней, осторожней! Осторожней! Ваза! И здорово! Здесь больше ничего нет. Все, как мы и думали. Горлышко залито воском. Но внутри должен находиться план собственного клада. Ну что там? Смотрите, тоже воском покрыт. Совсем целый, только скользкий. О, вот это я понимаю план. Точно такой, как сейчас рисуют. Слова расплылись, не разобрать. Ты по-французски здесь? Ну и что? Зато смотрите, вот река, видите? Вот селение какое-то. Тут и не знаю французского догадаться можно. Скорее всего, по одному слову нашли. Вот именно. Смотрите, машина. Это же археологов машина. Какого черта им тут нужно? Может, убежим? Вот еще придумала. Пошли таки, выгнали. Ну, черти, малы. Ты-то откуда здесь? Фух. Да вот тебя решил проведать. Молодость вспомнить. Ну и как? Вспомнил молодость? Да. Молодость, молодость. А помнишь, Саша, какими мы были, а? Да, одержимыми. Легендами всякими увлекались. Кладами. Как вижу, не зря. Как вовремя я тебе решил проведать все-таки? Нюх у меня на это. Нюх, нюх. Ну что? Много там драгоценностей было или так? Один план? Как мы с тобой предполагали. Не было ничего. Да я вижу, вижу.
Ямка-то маленькая, значит, один план. Значит, это ты все затеял? И ограбление в институте, и пропажу документов из архива, и подозрения на меня. Хорошо твои нукеры поработали. Ну, какие же это нукеры? Это мои друзья, обычные люди. Кстати, тоже имеют право на долю. Мы все здесь, Саша, имеем право на долю. Придется поделиться. Да не было там ничего. А, не было. Как жалко. Как жалко, что там ничего не было. Друзья мои, ничего не было. Ну, что ж, мы тогда поедем, Саша. Раз ничего не было, ну, что ж делать. А так мне, понимаешь, хотелось в конце жизни как-то пожить. Ну, кончай, говори, мне времени мало. Ой! Сколько раз я тебе говорил, не перебивай старших. Ну, Саша, ты слышал? Народ ждет. Так где эта карта? Может быть, в рюкзачке? Подбирай, будешь? Или ждите? Ну, как же я могу отнимать при детях? Нет, ты мне сам отдашь. Если бы ты знал, Саша, какой мы тебе сюрприз приготовили. О, какой сюрприз. Дурак ты. Отдай карту. Иди вообще. Руки вверх! Это что еще за явление? Старик, у тебя что, крыша поехала? Чего тебе надо, старче? Чего ж тебе на печи не сидится? Отпустите девчонку, приблуда, я сказал. Дроба у меня крупная, мало никому не покажется. Сева, дай ему долларов 10 и пускай валит отсюда. Тебя только не хватало, старый хрысь. Ты что, второй раз возьму ниже? Саша, останови его, иначе девчонке будет хуже. Отец, опусти ружье. Дочку отпусти. Дай сюда. Действительно, это совсем близко. Под Борисовым. Дед, опусти железку. Конец фильма. Гудбай, Саша. Жди открытку из Парижа. Ну что, испугалась, девочка моя? Разве я бы тебе им отдала? Я не испугалась. Все сокровища, наш клад, все им достанется. И никто их не поймает. Ты и мое сокровище. Ребята все целы. А это главное. Поймают их, приблудов, поймают. Следователь приехал, и районная милиция знает. А если и поймают, все равно клад нам не достанется. Надо же, а? Я думал, что все это сказочка. Я же даже помню, как дуб здесь рос, как пилили его. Бегал по этому полю, косил здесь. И хоть бы раз в голову пришло, дурак ты старый, что под этим дубом счастье твое зарыто, а? Тормози в аптеке. Что-то в груди сжимает. Чё ты, паук, расклеился?
Нервы надо беречь. Да ладно тебе, все будет окей. Сева, сходи, купи что-нибудь от сердца, а? Я не разбираюсь. Лысый? Шеф, тебе надо? Ты иди. Конечно, ребята, я сам. Поехали. Ну, мы же справимся без него. А что, мы лохи какие-то? Карта у нас есть. Добрый день. Добрый. От сердца есть что-нибудь? Сейчас поищу. А ну из машины! Из машины, кому говорит? Руки на капот положи. Это вниз. Это вниз. Идиоты. А вы льду? Не надо. Но все-таки несправедливо, что клада не оказалось. Вы ведь это сразу поняли, правда? На втором плане французов все было вычерчено отлично. Я это место запомнил. А дома сверился со своими записями. Это оказался так называемый Бранденбургский клад, который был найден еще в 1896 году. Почему Бранденбургский? Находка была отдана генералу Бранденбургскому, который специально приехал для этого из Москвы. Рабочие Министерства путей сообщения расчищали тогда русло реки Березны и наткнулись на сундук, из которого посыпались драгоценности, камни, золотые монеты, серебряные. Но это был клад нашего француза. А что с ним сделали? На эти деньги была построена губернская общедоступная школа для детей из малоимущих семей. Обидно, что мы ничего не нашли. Тоже могли бы что-нибудь построить. Следи за ухой, строитель. Почти готово. Все, можно снимать. Елки зеленые. Так. Здесь что-то есть. Днище воском залито. Я так и думал, что она слишком тяжелая для пустой вазы. Что это может быть? Может, еще одна карта? Сейчас посмотрим. Крест! Военная награда! Наверное, это во француза. Но если я не ошибаюсь, то это орден почетного легиона. Вот эта ленточка раньше была красной. Это высшая награда Франции. Как звезда героя? Ну, почти. К ней полагается еще пожизненная рента в 1200 франков. Он, наверное, совершил какой-нибудь подвиг. Вот это да. Личная подпись Наполеона. Но это какой-то очень важный документ. Смотрите, вот этот одноглавый орел – это герб Франции. А вот этот вензель Н в пальмовых ветвях – это личный герб Наполеона. Что тут написано? Ну, кто у нас в французском сидел? Ярик, у меня гимназия с французским уклоном. Я еще только учусь. Ну? Столько слов. Это какой-то указ. Угу. Распоряжение. Огрудер. Ну, тут типа рекомпансе. Это наградить. За девуа проведе кураж. Короче, за преданность, храбрость и все такое. Капрал. Так и будет, капрал. Седьмого гренадьер. Наверное, седьмого полка. Этого самого Шарля Коклена. Вот как его звали. Шарль Коклен. Декоралерт. Орденом
этого самого, почетного легиона. Ну, и много еще чему его тут дают. Чин унтер-офицера, титул какой-то, терраин, землю, то есть кусок земли, поместье где-то, название непонятное. Ну, и личный автограф императора. Этот шар, как Лен, точно герой какой-то. Столько всяких почестей. Может, он Наполеона жизнь спас? Ну, ты загнула. Ясно одно, что это очень важный исторический документ. Французам был гораздо дороже клада. Поэтому он оберег его до конца жизни. И что с ним делать? Я думаю, что этот документ и орден нужно передать в посольство Франции. Возможно, они смогут найти потомков этого, как Лена. Я думаю, что им важно знать, каким он был героем и где похоронен. Насколько мне известно, для французов почитание своих корней и память предков – это не пустой звук. Мы поставим на его могиле крест, сфотографируем, напишем адрес и пошлем во Францию. Большое дело сделайте. Пройдите, пожалуйста, сюда. Вас ждут. Далеко собрались, Илья Петрович? На каком основании? Не беспокойтесь, оснований хоть отбавляй. Так что ваш рейс откладывается. Позвольте. Лет на 5, я думаю. Прочел вашу диссертацию. Вот что хочу вам сказать. Везунчик вы, Александр Александрович. Как вам удалось разыскать эти 3 настоящих патагона? Это все гены. Какие гены? Мои. Ну, то есть, моей дочери, она вся в меня. Да? Ну, в общем, спасибо дочери. Да, нелегко вам приходится, но вернемся к диссертации. Работа проделана серьезная, отзывы самые положительные. Так что дело за вами. Вы готовы? Всегда готов. Я имею в виду бумажное оформление. Подать заявку по соответствующей форме. Собрать рекомендации, минимум 2 рецензии, список ваших печатных трудов. Ну и не тяните. Решено вывести вас на ближайший ученый совет. Большое вам спасибо. Да, и еще вот что. Ты ничего от меня не скрываешь? В смысле? Ну, этим летом ты больше ничего такого не натворил? Ну, если конкретнее выразиться, интересы Франции ты нигде не затрагивал? Я же археолог, а не шпион. Я знаю, но у тебя всегда что-нибудь всплывает. То Жигамонт с Испанией, то Радзивилл из Польши, а теперь вот французы. Не понял. Из французского посольства тебя разыскивали. Так я же по экспедиции. Ну, я так и ответил. Уточняли кое-какие тебе данные. Хотят благодарность прислать на наш институт. Официально от французского государства. Да, еще говорено было, что какое-то личное послание хотят тебе передать. Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Да? Ну вот и хорошо. Для меня большая честь передать вам огромную благодарность от месье Кокрена. Да-да, Анри Кокрена. Это
Как по-вашему? Правнук Шарля Коклена. Мы очень надеялись, что кто-нибудь найдется. Ваша находка стала бесценным подарком для месье Коклена. Наследственный титул, высокая награда славного предка, получена лично от императора Наполеона. Представьте, какое это счастливое событие. Я хочу выразить вам искреннюю признательность за вашу проделанную работу, за доброе сердце и за участие. Спасибо, но я был не один. Наша благодарность всем, кто вам помогал. И известие о христианском погребении Шарля Коклена в многострадальной белорусской земле тронуло сердце моих соотечественников. К сожалению, месье Анри Коклен не может присутствовать лично. Он в данный момент на государственной службе. Я уполномочен передать вам его послание. Оно переведено на русский язык. И вот этот небольшой, скромный подарок. Спасибо. Папа, а? У нас что, ремонт будет? Что? А почему такой кавардак? Оксана, ты хочешь в Бразилию? Куда, куда? В Бразилию, в Сан-Паулу, в Рио-де-Жанейро. Это там, где много диких обезьян? Точно. Чего я там не видела? Ну что ж, тогда мне придется подумать о том, с кем тебя здесь оставить. Папа, не обижайся, но актер из тебя никудышный. Когда разыгрываешь, не надо делать такое ужасное лицо. Оксан, дело в том, что нашелся потомок господина Коклена, того самого наполеоновского офицера склада. Он работает в Бразилии во французском посольстве. Он нам прислал в качестве благодарности приглашение с турне по Южной Америке. Я глазам своим не верю. Ой, инки, майя, это цивилизация, о которых я даже мечтать не мог. Рио-де-Жанейро. Амиго. Буйная ночь. Папа, а ребята? Господин Коклен прислал открытую визу с графой для несовершеннолетних. Можешь вписать своих ребят. Ура! Ну? Папа, можешь сделать мне копию письма и приглашения? Зачем? Когда я говорю правду, мне никто не верит.